дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, цифры 5 на медной бляшке, в синей форме на фуражке. Это он, ленинградский почтальон. Он из детства к нам приходит, он меня там не находит. Времена переменились, да и мы чуть изменились. Где-то старый почтальон, это было словно сон, где конверт с красивой маркой, детским почерком по маркой, ящик пустый, писем нет, вновь включаем интернет. Вот в компьютере приятель, вот сестра в красивом платье, на Мальдивах, на Тайване, я смотрю все на диване, словно с ними побывал, где-то даже рисковал, заменил нам все прогресс, жизнь теряет интерес. Хватит, нету силы толка, вырву интернет и только, в скайпе пусть меня не будет, кто-то может позабудет. Я бегу по лужам в детство, к другу жил, что по соседству. Это я уже не сон, но вот уже и он. Мы компьютеры забудем, по старинке все обсудим, все распишем на бумаге, выпьем чая для отваги и пойдем мы вместе в детство, в старый скверик по соседству, где заждались нас друзья, подвести нам их нельзя. И пойдем мы вместе в детство, в старый скверик по соседству, где заждались нас друзья, подвести нам их нельзя.